5 октября в России отмечают свой профессиональный праздник учителя. Педагог – особенная профессия, ведь всех великих ученых, поэтов, врачей, космонавтов и людей любой другой специальности первым азам обучили именно учителя. И, конечно, для каждого ребенка важно гармоничное развитие – наука, спорт и искусство. В преддверии праздника наш медиахолдинг «Тверской проспект» и партнеры проводят специальную акцию – поздравляют учителей. В этот раз мы отправились в детскую школу искусств имени Андреева в областном центре. Наша Родина, Россия, сердцу милая земля. Татьяна Колмакова преподает пение в музыкальной школе уже более 20 лет. Как рассказывает педагог, свою будущую профессию выбрала осознанно. Татьяна Александровна пела с раннего детства. Образцом подражания для нее стал ее дядя, который закончил Московскую консерваторию и был оперным певцом. Его я слышала с детства. Ну, как бы все каникулы мы проводили вместе. Я была в оперном театре Харькова и мечтала стать певицей в то время. Я приехала в училище на прослушивание. Все удивились тому, что я умею в те годы. И, конечно, меня заинтересовали своими словами учителя. И я решила все-таки поступать. Итак, закончив сначала музыкальное училище в Твери, а затем и университет культуры в Москве, Татьяна Александровна решила, что станет преподавателем вокала, что называется, по призванию. В работу педагог вкладывает всю душу, и за годы работы у нее сформировались свои методики обучения. Если что-то не так, я говорю всегда ребенку лично, не при всех, потому что ребенок может обидеться, и другие могут отреагировать не так. Стараюсь родителям сообщать что-то тоже в личной беседе. Ну, а хвалю при всех-всех сразу, конечно. Потому что похвала – это самое главное. Если похвалы не будет, дети заниматься в нашем современном мире не будут. Татьяне Александровне есть чем гордиться. Ее ученики становятся лучшими на различных конкурсах и фестивалях. У самого педагога тоже немало личных наград. Однако главная гордость – ее дочери, которые так же, как и мама, занимаются музыкой. Одна из них уже 17 лет, 11 класс. Она была 5 раз стипендиаткой губернатора Тверской области. Была стипендиаткой фонда Спивакова. Младшая дочь занимается тоже музыкой, еще в двух направлениях. В танцах и занимается шашками. Она кандидат мастера спорта по шашкам. Заинтересовать ребенка и помочь ему гармонично развиваться – одна из многих задач, которая стоит перед педагогом. Счастье, что у меня есть такая возможность поделиться своими знаниями для других детей, начинающих музыкантов. Ну и, конечно же, я думаю, какую-то миссию я внесу в духовное развитие детей нашего Тверского края. В преддверии праздника медиахолдинг «Тверской проспект» и партнеры решили поздравить тех, кто посвящает свою жизнь образованию детей. И Татьяна Колмакова оказалась в центре нашего внимания. Каждая женщина хочет выглядеть безупречно, поэтому наши партнеры, лидеры на рынке оздоровительной бьюти-индустрии, Центр здоровья Тайдэй и компания «Агент красоты» в канун Дня учителя подарили нашей героине целый набор подарков для поддержания красоты и здоровья. Чтобы всегда оставаться такой же красивой, компания «Агент красоты» приглашает вас в свой салон красоты. Маникюр, педикюр, стрижки и окрашивание волос, косметология, услуги бровиста, сахарная и восковая эпиляция от лучших мастеров Твери. Все это салон «Агент красоты». Забота о здоровье – непременная и важная составляющая для поддержания красоты. Постоянная игра на рояле наверняка как-то влияет на вашу осанку и на ваши плечи, на вашу спину. Тайдэй приглашает вас к себе на прекрасный массаж. Обязательно посетите и как следует разомните свою спину. Чтобы получить настоящий тайский массаж, нужно лишь проехать в Тверь на бульвар Радищева. Именно здесь находится Центр здоровья и красоты Тайдэй. Тайский массаж – это уникальные техники и натуральные природные средства. Ну а экспрессивно и ярко дополнить любой образ, будь то повседневный или вечерний наряд, всегда помогут изысканные ювелирные украшения. Какая женщина без украшений? От ювелирного магазина «Жемчужина» мы дарим вам очень красивый ювелирный подарок. Ювелирный салон «Жемчужина» находится в самом центре Твери, в доме номер 4 по бульвару Радищева. Здесь можно приобрести самые разные украшения из золота и серебра, подчеркивающие вашу индивидуальность и создающие именно ваш стиль. Все изделия производства только лучших отечественных и зарубежных брендов. Широчайший выбор изделий с бриллиантами, а также эксклюзивных работ, которые приобретаются на самых известных международных выставках. Цены рассчитаны на покупателей с самыми разными бюджетными возможностями. Здесь можно приобрести ювелирные изделия, что называется,
на все случаи жизни. Помолвки, свадьбы, юбилеи, дни рождения. Еще одной особенностью салона является зал, где продаются только серебряные украшения. Все эти штучные изделия ведущих фирм. Цепочки, браслеты, колье и даже детские серьги. Ну и, конечно, обручальные кольца. Ну а для тех, у кого день рождения, салоны «Жемчужина» – подарок, хорошие скидки. Иногда так хочется расслабиться и забыть о домашних заботах, в частности о стирке. Поэтому наш партнер «Химчистка Мэджик» подготовил специальный подарок. Чтобы ваша одежда всегда оставалась такой же красивой и чистой, компания Magic дарит вам вот такой замечательный подарочный сертификат, куда вы можете прийти и почистить свою одежду. Magic – это целая сеть химчисток, которая для удобства клиентов находится во всех районах Твери. Magic предлагает самый широкий спектр услуг. Например, вы можете привести в первозданное состояние вашу одежду. Пиджаки, рубашки, джемперы, платья, куртки, пуховики – все это эффективно чистится с применением самых современных технологий. То же касается и таких дорогих для всех женщин вещей, как шубы и меха. Благодаря химчистке Magic они опять будут выглядеть как новенькие. Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие, у кого есть дети – это мягкие игрушки. В салонах Magic можно решить и этот, а также многие другие вопросы. Сумки и чемоданы, домашний текстиль и обувь. Все это способно привести в порядок современные химчистки сети Magic, в том числе и организуя выезд специалистов на дом. На этом подарки от наших партнеров не закончились. Отправляясь на природу или в дальнюю дорогу, всегда пригодится удобная вещь, которую можно использовать сразу в нескольких вариантах. Чтобы вам всегда было тепло, от компании Vianor мы дарим вам вот такой вот плед-трансформер. Спасибо большое. Шинный центр «Вианор» представляет услуги по автосервису, сход-развалу и шиномонтажу. Занимается продажей легковых и грузовых шин, дисков, АКБ и запчастей. Специалисты центра гарантируют высокое качество услуг и гарантию низкой цены. Ну и, конечно, как можно говорить о полноценном рационе без вкусной и качественной молочной продукции? От компании «ЗАО Калининская». Думаю, что на кухне это будет прекрасным дополнением. Спасибо большое. Сегодня ЗАО «Калининская» создает широкий ассортимент товаров, которые можно найти на полках тверских магазинов. Вся продукция ЗАО «Калининская» – это экологично, натурально, а главное – вкусно. И, разумеется, какой праздник может обойтись без прекрасных цветов, тем более, что композиции из них созданы настоящими профессионалами. От медиахолдинга «Тверской проспект» и от компании «Агент цветов» мы хотим вручить вам этот замечательный букетик. Поздравляем вас с вашим замечательным праздником! Флористический салон «Агент цветов» в самом центре Твери. Это роскошные стильные букеты. Приходите в салон «Агент цветов», и здесь вам помогут подобрать по-настоящему изысканный букет с учетом всех ваших индивидуальных пожеланий, по всем поводам и на любой вкус. Букеты от салона «Агент цветов» – это не просто букеты, это настоящее произведение искусства и воплощение красоты, созданной природой и человеком.